Что ж, в завершение я бы спросила вас такой сложный вопрос. Мы часто спрашиваем это экспертам военных, политических, власти Украины. Постоянно мы спрашиваем, когда закончится война. Понятно, что тяжело спрогнозировать, но вот если вы, анализируя все источники, которые вы читаете, все СМИ, как думаете, верите ли вы даже так, верите ли, что в этом году война закончится? Я думаю, что вероятность этого низкая. Ну, так скажем, не очень высокая, процентов там в 30 можно оценить. Но я бы оценил процентов 70, что Путин закончится, и путинизм в России закончится до конца 2024 года. А когда закончится путинизм, тогда закончится и война. Без путинизма война невозможна. Нет никаких интересантов в этой истории. Все эти темы, что русский народ этого хочет, это все не соответствует реальности. И любая следующая российская власть это все немедленно прекратит. Что ж, на этой позитивной ноте буду говорить вам большое спасибо. Оппозиционный политик, российский блогер Максим Кац сегодня был с нами на фабрике новостей. Спасибо вам большое. Спасибо. Друзі, я нагадаю, ви на Фабриці Новин, обов'язково ставте лайки, підписки, також підписуйтесь на ютуб-канал Максима Каца, там теж багато цікавого. Кажу вам чесно, сама дивлюся, тому дякую, що з нами, обов'язково залишайтесь на Фабриці Новин.